Амичка Наталья с удивлением оглядывает бульвар Победы. Середина лета, а цветов нет. Горожанам хотелось бы видеть любимое место отдыха во всей красе. Цветы бы посадить, что-то совсем цветов нет. Смотрела, на все газоны заросли. А так что, ну, реконструкция – это хорошо. Всегда новое, всегда хорошо. Этим летом пустые не случайно. Заполнять их соцветиями не стали, так как готовились демонтировать. На месте старых массивных форм установят современные. Готовятся выполнить и ландшафтный дизайн. Для этого рабочий Иван пока выпалывает сорняки. Очищаем благородные кусты от сорняка. Устроился сюда, в эту компанию, от службы занятости. Вот. Произвожу работы. Бульвар Победы отремонтируют, потому что этого захотели сами амичи. В рамках программы формирования комфортной городской среды они выбрали объекты, которые нужно облагородить. И Бульвар Победы стал абсолютным лидером. За него проголосовали 1237 человек. Горожанам понравился грандиозный дизайн-проект с фонтаном, клумбами и светящимися арками. Вот только объем работ в парке, которые разбили в 1960 году, огромный. Поэтому завершить их получится только в следующем году. В этом же пока амичи увидят бульвар не таким, как на картинки. Изменить успеют вход в парк, заменят линию освещения, начнут перестилать тротуары. Для этого по краям уже снимают асфальт. Ремонт стелы и установку арок перенесут на лето 2019. Затронет реконструкцию тропиночной сети. Будут выполнены посадки крупномерных деревьев. Незначительный снос, незначительный. То есть большинство деревьев останется. Будут удалены только сухие, которые совсем уже не представляют ценности. Сейчас рабочие, вот вы видели, осуществляют уход путем удаления дикой поросли, существующей изгороди. То есть изгородь останется на месте. Потому что основные работы будут связаны с мощением. Предполагается мощение гранитными плитами по аналогии как бы с Люблинским проспектом. Проект основательный, поэтому к сентябрю удастся завершить его не весь, а только первую часть. Так что с цветами придется подождать. Но оно того стоит, уверены голосовавшие амичи. Светлана Урванцева, Андрей Кузьмин, Антенна 7.